Доброго времени суток, дорогие зрители. Сегодня у нас на танках X сервере Win появилось обновление. Так, сейчас я музыку, точнее звук сообщения себя выдумаю. Добавлено 4 модуля. Модуль ярость, камикадзе, температурный блок и аварийная защита. Еще слэш, исправлено множество багов. Не знаю каких, но... Думаю, какие-то исправлены. Так, сейчас я хотел бы поймать 10-го, что он говорил придет, а его нет. Оу. Здорово. Здорово, наконец-то я тебя выловил. Так, я уже загрузил. Берем. Я уже на месте. Вспышку. Тут нет. Пустовато. Пустой лобби ТДМ, а нет, это мне не подходит. Бойня ТДМ тоже. Еще один ТДМ. Вот, стэп, old school. Рисмака. Ну да. Модули. Пушки. Сколько тут получится, интересно. 25%. Там, по-моему, писались в предыдущей обнове импульсный генератор ввели. Интересно, с этой физикой, как он пихается. Да, краски лобстер, конечно, эти лампочки не очень подходят, как по мне. Уж лучше белый, наверное, не знаю. Так. Так, давай посмотрим, что там по онлайну. Онлайн 2. Ты да я. Я могу сейчас зайти. Ух ты, как оно здесь получилось. Интересно, раньше не получалось. Ага, прикольная штуковина. Привет. Вот так не получается. Опс, скорости не хватило. Не, уже не получается. Ты пришел подсматривать и все. Так, ну шо? Я контролю дроп, я вижу, что ты на нетре. О, аварийная защита работает. Приятно. Точнее, ладно, но... А что там еще работает, интересно? Он поди еще и кдешится быстро, да? Вот это оно мощно меня пнуло просто нафиг. Ой, промахнулся разочек. Блин, ты так неудачно появился сзади меня. Я радаром смотрю, нигде тебя не вижу. И тут вдруг
спину плевок. Очень долгий делит, конечно, 5 секунд. Ну это я тебя прикольно подловил на взлете. Ой, блин, занесло. Блин, это, конечно, фейл. Чё ты такой фуловенький-то, а? Что у тебя в карманцах? Это занесло, конечно. Неприятно. А Васпу, я так понимаю, скорость не нерфили. Или нерфили. Да ё. Что-то я вообще тебя не перебиваю. Блин, ну это вообще странно выглядит, когда Смоки ничего не может пробить. Вот
Опять ты там появился. Да, слушай, как-то совсем грустно, печально. Молот не перебивается. У тебя и ХП, по идее, меньше. И интенсивность стрельбы все-таки у меня больше. И начинается битва у нас с более ранней дистанции, точнее. Я могу сразу тебя бить, а ты еще должен приблизиться. А в итоге все равно у нас... Воу. Не паритет даже, а прям проседание. Я выхожу на бой с молотом и... Ничего сделать не могу. Вот этот вот подъем нечестный. Когда не надо никуда объезжать. По своей сути было. Я сейчас этот после конца битвы перееду на другой компьютер и вернусь. Вот. Ну а в целом, ну, молот имба, я это давно говорил. Вулкан имба, до сих пор, шафт имба. Я правда не понимаю, почему этот сбой, ну, не фиксит. Я же не думаю, что это прям, ну, фиксит. Васпик очень быстрый. Васп имба, молот имба. Рикошет, смоки в норме, гром более-менее, рельс более-менее. Просто вот у нас было долгая перестрелка, ты там в дом уперся, а я сверху на тебя настрелил. Ага. Я так долго тебя убивал вообще. Флай, привет. Я стрелял и стрелял, стрелял и стрелял, стрелял и стрелял. Я под броней был вроде бы. Ну понятно, что ты под броней, но все равно ты же на васпе, блин. У меня зависит. Ну, у вас либо ХП срезать, либо скорость тебя резать почти как у парня. У меня ничья зависла. И как она может быть ничьей, если у тебя больше флагов? А, ну. Что-то поломалось. А ты вышел или нет? Нет, я сижу еще. У меня просто. Ну, у меня финал вот это, знаешь, где написано ничья. И все. И игра и не закрывается, и, ну, тап могу нажать, видно. Пробел, Enter. Enter нажимается, кстати. Экран темнеет для чатика. Но чатика уже нету. А ну-ка, дезертировать кнопка не работает. А продолжить бой, кстати, нажимается, мигает, но вот уже. То есть нужно полностью перезапускать. Да. Не вкать. Ладно, я пока на другой компьютер пересяду. А, да, давай. Жду так, тебя. И вернусь. Лайда, походу, что-то очень странное. Во-первых, там не ничья. Десятый выиграл. Во-вторых... Да, оно не закрылось. Ну сейчас, я думаю, перезапуск все исправит. Это знаешь, как исправление одного бага приводит к множеству других багов.
И когда в обновлении пишут исправлено множество багов. Аварийка работает, вон весь бой у 10-го работала. Я не брал еще. Ну, я еще не освоился. Я еще вот с предыдущего патча. Я эту неделю в Crysis Remaster отыграл. Поэтому нововведение я еще не пробовал. Так, что у нас получается здесь? Импульсный генератор начал работать, да? Говорите. Ну, 10-й меня прям пихнул, так пихнул. С мида. Вообще жестко. Возьмем, попробуем. Так, что там еще за модули работают? Теперь. Импульсный генератор. Ярость камикадзе, температурный блок, аварийная защита. Камикадзе, ярость. Ярость. О, бля, не хватает, а? Прикольно. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, Смоки, конечно, себя очень слабенько показала против молота. Васпик сам по себе быстрый. Так, отсюда мы влепим аварийную защиту. А, нет, мы влепим. Надо перелогиниться. Так, и здесь мы пробитие кормы попробуем. Под вулкан. Ну, импульсный, пожалуй, тоже. Сколько тут? КД 30 секунд, урон 300-600. 15 метров. Это надо тестить. Пробитие не работает, ага. Инженер было бы прикольно настроить. Так как Эми нету, то контроль дропа станет вообще интересным. Да вообще игра без Эми как-то интереснее. Стоп-крана нету. Так, что там 10-й, кстати? Ну, плеерс, кажется, вот так вот, да? Два плеерс онлайн. Ну, вот, вот это можно. Ну этот бой пишет, что он вот этот баг чинит. Хорошо, ждем. Immortals, привет, новый пользователь чата. Да, Васп быстрый, он прям, ну, быстрый. Просто не успеваешь уже за ним. Он для вот маленьких карт он настолько быстрый, что ты если умер, то он флаг увезет к себе на базу. Доставит, пока ты будешь рысаться. То есть я как бы понимаю, что Васп должен быть как Хорнет, а то и немного быстрее. Но сейчас Васп совсем быстрый. Васп и Диктатор мои любимые корпуса, но... Тут как бы не оправдать его скорость. Может быть максимум на единичку разницу с Хорнетом делать. Флай, а зачем тебе с помощью промо прокачивать? Типа, чтобы побыстрее было? А там вроде бы... Да, кстати, сейчас вернемся, когда сервер запустится, проверим. Сбой писал, что... Контейнер теперь можно открывать не по 100, а сразу по много. Если много можно покупать, то, в принципе... Ну, точнее, если много сразу можно открывать, то можно по 30-ке тех больших
открыть и все. Так, стих работы. Там открывается 100 контейнеров. В принципе, такое же было и в Revive. Все, я правильно помню. 100 контейнеров в Revive я открывал года 2 назад. Или что-то типа полтора. Это было где-то как раз таки, ну да, 2 или 1.5 назад. Наверное, 2. Или нет, не помню. Да, мы ждем. 2 минуты без проблем. Народа бы подтянуть, а то мы с 10 вдвоем. Хотелось бы кого-то еще. Где там, кстати, интересно, наша Black Omega булочка? Ну, Кирюха, понятно, не придет, ему не нравится 1x1. Мне, в принципе, тоже 1x1 не нравится. Но так как онлайна не было, то играли 1-1. Было бы неплохо 3 на 3 или 4 на 4, вот это было бы отлично. Импульсный генератор, конечно, меня взбодрил, когда 10-й первый раз его врубил. Я не помню, я то ли у меня полного сцепления с землей не было, еще, но я улетел просто с центра бумбокса к крайним домам. И это было лето. Представляю, если бы я в воздухе висел. Да. Забавно бы получилось. Надо будет опробовать. Текс. Что у нас там еще по обновке? Ярости качнул, надо камикадзе качнуть для ближнебоев. Интересно, какие статы у камикадзе? Ну вот в этом, как его, в ревайве мне нравится камикадзе, но в то же время мне не нравится его большой урон. То есть, в принципе, перезарядка там, он у меня просто не докачан еще, у меня уровня 7, кажется. То есть перезарядка, ок, мне кажется, в идеале в лейте, в максималке. Перезарядка должна быть, ну, такой, чтобы ты умер, полетел на базу, отреспился, и у тебя уже как бы камикадзе есть. Ну, то есть одна жизнь танка, один камикадзе. Но урон 1000 это много. 1000 это как выстрел рельса, шпала. Я думаю, в районе, ну, 600 было бы нормально, как выстрел на угрома. 1000 она прям сильно решает. Либо 1000 должна быть в упор. Инет, инет, да. У меня интернет, конечно, нынче уже хороший. Помню, когда-то, я же живу за городом, на Виноградниках. У нас интернета, естественно, не было. Был интернет на высотке. И нам интернет передавали антенкой маленькой такой. С тарелку размером. И тогда в радость было даже вот чуть-чуть. Понятно, что торренты особо не было возможности качать. Ну, КС 1.6 тянул и тому был рад. И доту первую. Потом протянули кабеля.
А потом, вообще, у меня был кабель на 30 мбит в секунду. Я плачу 250 рублей уже, блин, лет 10 в месяц. Ну, то есть, приходят и говорят, ну, мы тут оптоволокно ведем, так что вам будет теперь оптоволокно. Я такой говорю, ну, у меня, в принципе, 30 мегабит, мне на все хватает. Мне как бы оно и не надо особо. Они такие, ну, хватает, не хватает, а мы обновляемся, поэтому придется. В итоге у меня сейчас 90 мегабит. Куда мне их девать, непонятно, но приятно. Так, что-то явно у сбоя идет. Немножко. Немножко не так. Он там такие смешные скриншоты кидает. Да, у сбоя идут сбои. Не, просто знаешь, я вот по себе знаю, вот эта надпись прекрасная. Сегодня в обновлении написано «Исправлено множество багов». Любое исправление бага приводит к появлению еще большего бага. А когда исправляешь множество багов, то там их может быть очень много. Ну, я же занимаюсь модом с 2020 года по Героям 5, Клинок Армагеддона. И там та же фигня у меня бывала. Одно починишь, другое ломается. Другое починил, третье ломается. Сейчас вот из последнего я новый патч выпускал в апреле. И, блин, у меня почему-то стандартная установка, которая всегда работала у всех, перестала работать. У народа тупо отваливались все новые существа, которых я добавил. Ну, в пятерке их 198 существ. А я уже 240, ну, у меня плюс 50 где-то существ. И все они перестали работать, и игра перестала запускаться. Вот это, конечно, было неприятно. Я уже и так, и сяк. И самое забавное, что у меня-то оно запускается. На моем компе все работает. А у людей они обновляют патч. Ну, то есть там обновление довольно простенькое. У себя они пару папок поудаляли. А мои папки, которые я перекинул, поустанавливали. Так, я тут вернулся. Да, отлично. А мы тут ожидаем пока что. Сбои там пошли, сбои. А, и мы. Он там кидает, да, в ручате. Страшные это надписи я. Такие. Сейчас смотрю, что тут. Не знаю, надеюсь, у него все получится, но в крайнем случае придется сходить посмотреть, что там с Revive. Я так одним глазком захожу. Смотрю там отзывы, и народ что-то пишет, что людей мало. Удивительно. Уж если там людей мало. Обидно, обидно. Вот так мы поиграли один матч. Да, я чувствую, я сейчас сгорю от этого ревайва, потому что, блин, взрывные массы ими. Мне, честно говоря, вот после того, как я поиграл на винте, вообще не хочется в ревайв. Потому что... Да, понятное дело, я играю в ревайв по этому бросил играть, потому что это помойка. Эти перекачанные на массе ими чуваки. Слушай, ну, у тебя, кстати, голос стал хуже как-то, отдаленнее. У тебя там, наверное, микрофон другой совсем. Ну да, я поменял. Наушниками сейчас. Тебе просто делаю. Теперь, знаешь, такое ощущение, как будто ты сидишь намного дальше от микро. И, ну, он качество похуже. Сейчас настройки. Видео. У меня микрофон, который я помню в 2019-м, кажется, покупал до сих пор. Вот живой, я в него говорю. А сейчас? Ну, примерно так же. Алло, алло? Да, далеко. Ощущение, что ты далеко от микро. Угу. Ну, сейчас тогда микрофон перезайду. А ну-ка, какой-то у меня по громкости. Ну, сейчас я нормальный. Раскачаю себе.
Там. Что бы ты хотел из следующих модулей? Даже не знаю. Я вообще сторонник того, чтобы модулей было поменьше пока что. Ну, я вообще за то, чтобы не было Эми, самое главное. Все остальное можно пережить. Конечно. Эми, взрывную массу... Ну, взрывную массу можно занерфить так, чтобы она действительно... Ну, то есть, в чем суть взрывной массы? Пробить себе дорогу, путь. Ну, она не должна взрывать всю базу. То есть, она должна взорвать там вокруг тебя, ну, 5 метров, максимум 8. То есть, длину хорнета вокруг твоего корпуса. Тогда это еще балансировано. Модули, которые наносят урон, особенно по площади, они всегда будут must-have. Либо они будут абсолютно ненужными. Тут баланс найти намного сложнее, чем с другими модулями. Типа у нас уже есть импульс. Он на ту же самую роль дает пробить дорогу, только по-нормальному. Он именно откидывает танк и небольшой урон ему наносит. Ну, импульс как-то его тоже не просто забалансить, чтобы он. Ты меня, допустим, не просто откинул, ты меня вышвырнул нафиг в первый раз, когда ты его изнул. Ну да, да, да. То есть тоже надо работать, а представь себе взрывная масса, которая сносит нахрен все танки. То есть в моем представлении взрывная масса там носит, допустим, 3к урона, но взрыв на 5 метров вокруг тебя. А что такое 5 метров? Хорнет в длину 8. То есть вот представь себе 2/3 хорнета вокруг тебя. Вот это область взрывной массы. Ну, ты понимаешь, что ты взрываешь всех вокруг себя. То есть ты въезжаешь кучу игроков и наносишь им огромный урон. Это всегда оно будет это. Особенно на маленьких картах, а они сейчас и играются интереснее всего. КД там 300 секунд, как бы, тоже дофига. Сколько там, 10-40? Ну, минуты 3 точно. 4. Ну, типа, нужен ли модуль, который КДшится, ты используешь 2 раза за бой, но при этом... Не, ну я в целом не то, чтобы выгораживать взрывную массу, но я говорю, что ее еще можно понять и простить, а вот Эми... В моем понимании это... Не, Эми, конечно. Это просто ломает все. Всю ценность и припасов, и большинство модулей. Конечно, конечно. Но и я все-таки вообще всем модулям снизил КД, потому что... ну, ты постоянно под модулями катаешься. Это не те способности, как в Доте или в других играх, Лига Легенд, игры со способностями активируемыми. Ну там как бы мана есть, там это более. Ну ценно. И там мана, а у нас просто когда ты их тыкаешь, эти кнопки, чем чаще ты их тыкаешь, тем лучше. Потому что ты тыкнул, у тебя сразу началось КД. То есть чем чаще ты тыкаешь, тем чаще ты под припасом находишься. Нету такого, что в доте ты там копишь ману, чтобы за один раз использовать там все модули. Вот, а вводить механику энергии это. Ну да, это будет сложно. Да, ну, это вообще в целом, ну, такая работа глобальная, что явно не для одного человека. Хотя, кто его знает, смотря как реализовывать. Ну, вроде с программной точки зрения это не так сложно, мне кажется. Сложнее намного будет под это дело интерфейс сделать нормально. Ну да, с интерфейсом. Хотя он с боя иконку нарисовал. Ну, нет, это же не рисовать иконку. Все зависит от того, нужна... какой доступ имеется у него к исходнику. К интерфейсам, может ли он туда эти рамки вводить. Потому что Кирюха, я помню, в этом в Unity делал, в принципе, окошки интерфейса. Ну, понятно, простенькие, но тем не менее. Так, сейчас, откуда скачивать эту игру? С инфо... Так, слушай, я, наверное, на минутку отойду. Сейчас вернусь. Ага. Окей.
я тут. Нажимаем рестарт. СБ пишет, что он все пофиксил. О, отлично. Я сейчас как раз захожу. Надо будет настроить всякие настройки. Так, что у нас тут? О, народ даже есть. Ночь пришла. Точнее, пришел. На арабской ночь, мрачная ночь. Что это такое тут? Похоже на эффект молота, стрельбы. Праздничного вот этого. А, ну скорее всего он. Да, васп, конечно, носится. Но... Ну, это перебор с васпом, конечно. Как ни крути. Надо нёрфить, надо нёрфить. Я, кстати, всё-таки не знаю, чего этот... правки баланса же их не трудно делать. Можно там туда чуть-чуть тыкнуть, сюда чуть-чуть тыкнуть, там каждую неделю. Ну, это же всё равно, что всё надо менять. Ну, в Аспику я бы... Мне нравилось вот в старой версии, да? Блин, я не делал пилку. Старая сейчас версия. Еще, сейчас еще знаешь, в чем прикол? Шафт с радаром и уроном — это просто вещь будет ультимативная. Не, вот раньше, еще в какой-то 2017-2018, ну, до вот этого вот дичи с новой физикой, мне нравилось, что Хорнет, он дрифтил, скользил, заскальзывал в повороты. И был быстрым. А Васп, он ехал как по рельсам, очень так, ну, вообще не скользил. И это позволяло на нем практически на одном месте разворачиваться. Это было прикольно. Вот они оба были быстрые, но Васп был чуть-чуть быстрее, но при этом игрались они по-разному. Забыл модули. Так. А кого это мы тут развели? Но за хилкой все равно придется ехать. Блин, прикольно, что вулкан теперь ну, адекватно начинает стрелять, а не через 2 секунды. Ай, блин. На имбу пересел? Ну, не такая уж прямо имба, 45 урона уже. Да я сейчас покажу тебе. Каким-нибудь уингом. Не, молот сейчас куда имбовее, чем вулкан. Ну и вулкан, и молот надо. Так, расширенные настройки. Заключено, сглаживание не надо, не надо. Заключено. Заключено. Что, там еще есть место в бою? Да, 2 на 2. Еще бы кофяку подтянуть или кого-нибудь. Давай ее. Не, я потянуть, но надо, да, еще четвертого. Ай, ну тут не спрячешься.
Особенно на викинге. Оп. Да, вулкан теперь играется более динамично, с нормальной раскруткой. Уже даже вот в таких боях можно им пользоваться. Ну то есть он перестал быть пушкой для зажима. Я даже через, ну, через угол стены с рельса перестреливаюсь и смог выиграть. Ай, черт. Это было больно. Понижаем разрешение и бой. Вернуться бы во времена Осташкина. Ну, это ты уже, конечно, захотел Минаха это вернуть. Но мне вообще прокачка пушки корпуса нравилась. Ну, именно вот 30 уровней нормально еще чувствовалось. Ну, да. В принципе, и был какой-то прогресс, ощущение. Модули, они так не ощущаются сильно. Понятно, что там КД растет, но КД модуля, время действия. А вот, да, пушка корпус. Какими были, такие остаются. Так, сейчас мини-пушку. О, аварийка. Мне так непривычно с аварийкой играть. Я-то на ревайве сижу с этим защитой кормы, чтобы играть нормально, по-людски. Ай. Угу. Ну, я, честно говоря, к аварийке не хочу привыкать. Я бы в модуле сюда пихнул что-нибудь. Можно, да, за счет кормы вернуть. Не, корму не надо. В смысле, я имею в виду, ну, пускай 100% везде будет. Я, блин, столько копий переломал за это. Ну, есть модуль защиты кормы, можно просто ее вести, чтобы была. Как и модуль пробития кормы. То есть, допустим, да, урон 100% кормы, в танк, в любую область, но если у тебя есть пробитие кормы, то урон плюс 25%. А если у тебя защита кормы, то плюс 25% защиты. А если у него пробитие, у тебя защита, то 100% все возвращается. Вот и все. Да. Дешево и сердито, красиво. И так, мы сейчас с другой стороны, получается странно, что в корму урон меньше, чем... Я не думал, что он купится. Он прыгает сверху со второго этажа, я импульсным его просто выкидываю. А, блин, меня за тебя кидать теперь, не успел. О, вот это его так сильно пихнуло, жесть. Не, такой импульсный генератор — это фаново, да. Сейчас же для вулкана еще этот термальный реактор сделали. Нифига себе, что за реактор. Ой, ну который этот температурный блок. А-а-а, думаю, что это за реактор такой. Ну, доп. Ну, да. Или это у тебя из лаборатории термальных? Да. Плазменные штучки всякие. Так, мне бы хилочку. Какую бы краску под вулкан взять? Орион. Ну, красивая игра. Она, блин, красивая. Вот запороли все. Ё-моё, как так? Чем запороли? Ну, хорошими обновлениями. Вот. Ну, игра, да, вообще красивая. И что самое забавное, она довольно минималистичная в плане графики. Ну, тут довольно мало треугольников используется. Да. Дизайн очень хороший. Дизайнеры постарались. Не считая в Apex. Этот логинов. Вик.
Нет, Женя Евгений. Женя Логинов тоже молодец. Я помню, он рассказывал, что они этот... Васпа Фриз, вот этот ледяной, да? Запилили за две недели. На Ниве вдохновения, там, в декабре. Вот они, кстати, отлично смотрятся вообще. Его начальник сделал, по-моему, пушку или корпус, я вот не помню, что. И когда все увидели, как он это сделал, то они такие, ладно, надо доделать тогда и пушку. Или надо доделать корпус. Ну, я вот не помню, что-то сделали. Хорнет бы сделал все просто. Они могли так много на этих скинах поднимать денег. Блин, я не знаю, зачем они сделали эту муть с модулями, господи. Муть с модулями, муть с этим матчмейкингом в итоге. Типа, и они это так убого делали. Ладно, они бы нормальный матчмейкинг сделали с разделением на режимы, с... можно было бы делать отдельный рейтинг где-то до этого. Да не, я считаю, что главное, что они ничего не откатывали. Вот сделали фигню, ну откатите. Да, да. И у них вообще не было теста, то есть как делают там? Нет, тесты там были, но тесты были именно на работоспособность, а не на баланс. Да, да, то есть не было массовых тестов на баланс обновлений, то есть в картофельных танках. Ну, по сути дела, вот мастер-сервер, он и был тестовой площадкой на баланс. Ну да, да. Так-то именно вот чисто всякие там приколы, баги проверялись. Ну, я ж полтора года был в тестах. Нет, нет, ну баги понятные тоже. Бедный там пломбирка вообще потел. Нет, тестеры хорошо, оно работало нормально. Просто именно концептуально вот с геймдизайнером прям такая колоссальная беда была. Я не знаю, почему они уволили это с таким. Ну, потому что тогда экономика была выгодная игроку, невыгодная разработчику. Потому что когда Минар был... Ну, система... Когда система пушки корпуса была сотня, да? 100 уровней у пушки корпуса. Оно было... Ой, блин, меня выпихнули. Оно... Я мог играть, вот я... Ну, скилловый игрок, то есть, допустим. Который, в принципе, адекватно играет. Он мог играть, не тратя реальные деньги. В принципе, пробивать себе... Левелы корпуса пушки. Так суть в том, что ты можешь это делать бесплатно, но ладно, ты чуть ухудшаешь экономику, но делаешь тогда подписку дешевую, которая тебе умножает эти всякие бонусы. Не так, что ты можешь все купить, и это колоссально влияет на баланс. То есть в картошке там есть донатные вещи, нет, но они не так сильно влияют на геймплей. В принципе, вот когда они перешли на 30 уровней пушки корпуса, да, оно уже как бы стало лучше, потому что я же тогда специально создал новый аккаунт Waterfall, чтобы проверить, как оно будет играться. И я дошел где-то до середины пушки корпуса, да, одного. Я взял Hunter Grom, купил красочку буря и прокачивался. Я дошел до 15-15 или 16-15, и на том этапе у меня закончились кристаллы, по сути дела. Я уже не мог, ну, как бы играть и при этом соответствовать уровню моего мастерства. Ну, мастерство, блин, ну, не знаю, тем, кто позже пришел, наверное, непонятно, но суть была в том, что было мастерство и уровень. Мастерство, так, оно растет по неволе, так сказать, за... Это, по сути дела, очки битвы. Вот ты набил 1000 очков битвы и получил 1000 мастерства. О, ты против? Блин. А, пожалуй, двое, я понимаю. Так, пока тогда попадаюсь просто. Так. Этого мы забьем, наверное. Нет, не забьем. Вот, ну, в общем... Сбой, кстати, большой привет. Суть была в том, что, в принципе, уже к 15-15 уровню пушки корпуса ты уже вынужден был либо терпеть и играть с более сильными уровнями, либо покупать, докупать себе немного деньжат, чтобы допрокачаться. Да. Это, в принципе, работало. И там еще колоссальная проблема, это грабительский донат, у них какие-то лютые цены на это все дерьмо были. Типа, в нормальных танках это все не стоит колоссальных затрат финансовых. Ну, просто еще вот, когда ввели цветные модули, тогда, мне кажется, вообще стало, ну, хорошо. В плане
денежных вливаний. У людей появилась небольшая механика казино, такая не прям лютая имба, но... А, это ты. Но все равно если приятно. Спрячусь где-нибудь. Всем, в принципе, нравится, даже ну, тем, кто не донатит. Ну, я противник, на самом деле, таких казино. Ну, все же зависит от того, как настроить, потому что... Но... Проблема основная была цветных модулей в том, что они давали слишком много, плюс 50% к урону, это дофига. Да. Было бы плюс 25 к урону максимум, тогда бы, да. Да, они должны вообще не давать бонус к урону, ты сами модуль прокачиваешь. И, если честно, я бы вообще убрал прокачку. Если вы добавляете модули, то они не должны прокачиваться, потому что все игроки в общем матчмейкинге сидят. То есть, если вы хотите что-то купить, там устройство сделать дорогими, но эксплуатировать их так, чтобы они... Да, импульсный генератор сейчас мощная штука, фановая. А если еще и в воздухе завис, то все тебе хана просто. Так, куда мы поедем? А никуда, я буду на полудефе. Мне кажется, это вообще отличное место для меня. А вы троих сдюжите или нет? Раз у вас тут 3-0. Это как-то грустно это выглядит. Ну, можешь попробовать, но мне кажется, мы сразу начнем проседать. Это же, ну, ХП. У тебя ну, дополнительные, да, да, это дополнительные модули, это дополнительная возможность заблочить. Или сбить ту же мне аварийку, которую сейчас потратил сбой на атаку. А так бы ты ее мне сбил. Он бы меня шотнул. Ну, короче, сейчас просто вот танки привели в одном плане в такой вот условный баланс. В том, что отсутствие игрока реально сказывается на возможности победить. Раньше, допустим, когда вот эти были цветные модули, прокачки пушки корпуса... Если у тебя в команде есть тот, кто, ну, более хорошо прокачан, то, в принципе, вы можете даже в меньшем количестве победить. Нет, ну там мы просто очень имбовы тогда. Мы знали метовые модули, использовали их. Ну, знали метовые. Блин, ну метовые... как ты вообще в нулину раскатываете? 1.13, что такое вообще? Ну и плюс там был вот этот вот фикс, мне нравился, то, что границы прокачки были. По типу, если, ну, разница в 3 уровня была, максималка, ты попадаешь в диапазон, допустим, 21-24 уровень пушки корпуса. Соответственно, даже если у тебя 30 уровень пушки или корпуса, то тебе их нерфит до максималки 24-го. Это было прикольно в плане баланса. Честно. В общем, вот времена цветных модулей, я считаю... самыми удачными. Там неудача была только вот в том, что начали вводить матчмейкинг, который был хуже, чем список битв. Начали вводить вот этот вот... Что они там начали вводить? Сейчас, мысль сбился, если честно. Черт, не забрал. В тот же момент они начали вводить вот эти вот приколы с гравитацией. Не валяшку и прочее. Ну, блин, я тогда вот, когда уже TX объявили, что закрывают, я тогда довольно подробное видео собрал на 2 часа. Его бы надо будет как-нибудь пересмотреть, вспомнить. Потому что реально начинает уже забываться. Все-таки это было 2018-2019 год, 5 лет прошло. Ничего не имею против новых модулей, таких как, которые ввели этот импульсный генератор, стена, ну, даже неуязвимость, в принципе, на одну секунду, это ок. Но, о, друг друга раскидали. Но вот эти Эми, они, конечно, подглядели игре. Взрывные массы тоже, дроны, фигня. Игра сама в себя играет.
Если раньше самое ценное было твой танк, твой скилл с пушкой, то сейчас они вон на ревайве поврубают дронов двух, и дроны сами выигрывают. Ай, подставился. Так, ну это доставочка. Вы их как-то вообще в одну калитку выносили? Ну, понятно. 6-17. Чё он не умирает? О. Как-то перебор. А... Ай. От чего зависит расположение модуля? Потому что у меня на этом пресете внезапно аптечка на двойке. Ну, смотря в какой ты влепил. А у меня... Левый или прав... как настраивается? Ну, я их везде просто одинаково налепил. Ну, лучше перепроверь, потому что у меня все как обычно. То есть, если я его поставил в левую сторону, ну, их же всего два можно ставить активных, то оно у меня там и стоит. Ну и плюс у меня кнопки не 1-2, у меня там одну кнопку я поставил на Q, как там максимум защиты, вторую на E, невидимость, как в Крайзисе. Потом еще на F влепил один модуль и на Shift левый. Короче, я на верхней кнопке не тянусь, я на нижней раскладке играю. Так, ну сейчас понастраивают все голову. У меня получается Q, E, F, Shift модули. Ну так поближе. Так, ну мы потом просели, но не сильно. Нормально, с ночью затащили. Нет, у меня все модули расположены в таком же порядке, как везде. Сейчас. Как настраивать, блин? Управление, модули, пользование модули, shift, аптечка 1, броня 2, это 3, 5 нету. Ладно. Ай, не успел. Ладно. Да, на боковые кнопки тоже можно, но не знаю, мне не очень удобно, не очень привык к ним. Не, ну шеф-то я... Ну, сбой, я тебя сразу предупреждаю, что на первое время будет очень непривычно и неприятно сложно. Я помню, когда я переучился с кнопок на вот эти вот штуки, я прям долго тупил, подтупливал. Я сейчас перезайду. Тут очень сильно влияет мышечная память. Мне, допустим, если влепить на другие кнопки, даже модули просто на поменять местами, у меня уже все равно палец сам тянется. Интуитивно, импульсивно именно к той кнопке она у меня ассоциируется с этим модулем. О, булочка. Давайте ей это напишем. Блин, словил плюшку. Ну, молот, конечно, имба сейчас. Он очень сильно раздает. Прям неприятно сильно. Молот придется нерфить потом. Как и скорость вас понижать. Ну, сейчас оценишь, насколько это не имба. Особенно при существовании этого температурного блока. Вот и ну, температурный блок, не знаю. Генератор тоже очень. Ну, оцени, не имбу. Я просто фланг один закрыл. Ну, как бы вулкан делает то же самое. На ревайве. Импульсный генератор, конечно, очень мощный.
Я поэтому говорю, что это вообще, вообще не нерв. Так, успел. Сколько у тебя осталось-то? 800. А, немало. Ай, блин. Ну вот, теперь валяйся. Народ, не добивайте его. Подобьют. Зря я тебя добили. Так, отцепись. Прилип. Ну, ты видишь. Да ты бы так же убивал и без температурного блока. Нет, с температурным блоком я могу очень долго вас убить. Так, на. Блин, молот, конечно, тут и снимает. Так, а, вы в ДМ остались? А кто вас третий убежал? А, булочка убежал? Булочка переоделась на твинс. Так. Оставил, блин, для своих. Блин. Ну, твинс, кстати, он такой. Это... Если его с тех ну, пор... Ну, понимаешь, у вулкана ДПС больше, чем у твинса в полтора раза, по-моему. Не знаю, я бы вулкан пока еще не нерфил. Ну, как? Его ж только недавно понерфили. Слушай, ну это не, ну ты видишь, как я вас убиваю. Да, это не ты у меня убиваешь, меня молот в основном шотает практически. Ты как бы меня еще нормально гладишь, вон. Ты меня секунды, ну, больше полутора секунд стрелял, а снес 700 хп. Молот мне сейчас 1000 снес одним залпом. Практически. А в ревайве тот же... Ой, блин. Тот же вулкан мне за полсекунды уже 700 сносит. Ну, сейчас ты меня на 500 хп погладил. Блин, ну да. Вулкан... Ой, молот сила. Так они пытаются меня убить. Вот, с ДД он 1300 игроки. Мне сразу щелкнул. ВТФ 2. Waterfall 2. Ауч. Странно, что модуль активируется перед смертью, но не успевает никакого урона нанести. Ай. Так, беги. Так хорошо заморозил, но так. Бежим. Yes, хорошо, пошло. Ну вас четверо. Ну вы на имбе. О, булочка еще так раз. Так у вас тоже молот есть. Ну да, булочка теперь переоделась в имбу. То есть я сейчас вообще не ощущаю нагрева с температурным блоком. Ну, знаешь, с учетом скорости раскрутки. Его можно вполне скидывать просто этот нагрев и не иметь проблем с этим. Ну, тут хотя бы придется делать перерыв там на 2 секунды. Скорость раскрутки 0,7. Ты сбрасываешь, начинаешь где-то раскручиваться и... Но он, то есть одна секунда, пока, условно говоря. Пока в ноль скрутится, пока обратно раскрутится. То есть там это все равно время требует. Ну,
Я не вижу пока в Вулкане прям лютый имбирь. Ну да, он сильный, но это не молот, который он просто за секунды сносит. Ну, генератор КД надо будет поднимать. Он и сильный, и урон наносит, еще и перезаряжается 30 секунд. Прощай, водопад. Так, у меня рельса прилетела, импульсный генератор. Ну, я просто под урон, у тебя шансов не было само. Блин. Так, а чё ты не взлетел? Я опоздал? Вроде нажал. Какие вы вкусные все, а? Yes. О, камикадзе. А я не успел себе взять. У меня ярость, которая мне сейчас нифига не помогает, потому что я... Нормально закрутил. Нормально. Хилочка есть. Ай, блин. Этот ВТФ на смоке, а смоки, как показало себя, не сильно эффективны. Мод под ДД, под... Сколько он? 1300 сносит. Не взрывай. Ладно, не важно. Ну вот, вас четверо. Ай. Это я хотел сделать, а ты сделал вместо меня. А чего? Ай, черт. Думаю, лучше мне взять, потому что у булочки молот, а молот помощнее будет. Мне кажется, ли граффити танков X стало больше? Там бред какой-то. Развели. Четвером, блин. Распинали троих. Жулики, согласен. Забанить чатом. Да, вампирка полезная, согласен. А вампирка здесь что-то работает? Нет, он пишет, что добавил. Бы добавил. А, да. А, в лист? Ну да. ТДМ это не наша тема. Так, я хотел камикадзе поставить. Ну да, 30 секунд КД камикадзе и урон 750, 1500. 1500, а у вас поскольку? 1700, кажется, хп. Это очень много для камикадзе. Сейчас еще пресетик для шафта организую. Думаю, камикадзе 800, но это максималка. Yeah. Радар, урон, ой, какой будет. 800, так. 900. Ускорение. Треть... Ускорение поворота работает, нет? По-моему, нет, не работает. Хотя я не проверял. Ушка и...
Ускорение поворота было бы прикольно, если бы не было эффекта вот этих звездочек, и он бы давал ускорение не только поворота, но и просто корпуса. Тогда было бы интересно, ну, ставить его. Если бы он, допустим, там бы носил 20% скорости. Хотя на ласпе это было бы и было. Ласп сейчас... Сколько там у ласпа скорости? Могу поставить какую-то ручку в левую. У меня есть ласп, что для ласпа. Ну, 15 скорость. Это прям, да. У Хорнета 12-23. Да, ну, ласпу надо уменьшать скорость. До 14 как минимум. Так, да, там CTF этот, на объекте. На объекте. Сейчас что-нибудь сюда запихнем. Блин, опять... Палочники. Так, генератор. Камикадзевый васп. Можно было, конечно, молот взять. Но молот имба. Ну, а к каждой команде по молоту. Офигеть, 1101 колбой. Ну, ДД, да, понятно. О, ну офигеть, два молота. И у нас еще ПКшник, ай-яй-яй. Народ чувствует мету, все уже молоты выбирают. Ну давай, присаживайся тоже на молот. Ух ты, 4 на 4 каточка будет. Да ладно. Блин, если еще свой заиграет. Сахарочек. Да, даже на палке. А то он пока. Вот это я промахнулся, конечно. Меня там плюются сзади. Блин. И повсюду звуки перезаряжающегося молота, блин. Добивай его, у него мало хп. Должно было быть. У него аварийка. Ай. Я там, конечно, одной из колб выдал вообще минималку. Крошечную, но, блин, все равно аварийка. Ну, аварийка, да. Блин. Сбой не вовремя покажет, конечно. Блин, застрелить, вот, угорать даже меня. Звуки перезаряжающихся молотов повсюду просто. Скоро снится будут. Ну, блин, мы невероятно неприятно приседаем. Ну, из-за АФК. Настроя.
А карта маленькая, здесь это все моментально чувствуется. Я же говорю, раньше существовали времена, когда даже с минус 2 можно было тащить, но... Ну это я... Ну у нас еще вот Изида... Но с тех пор, как убрали прокачку корпусов и пушек, да, на одних модулях четверо, ну, трое-четверых могут не затащить, слово совсем. Да, GG. 4 на 4, но получилось нифига не 4 на 4. Не, получалось разнос 3 на 4. Так, я сейчас вернусь. Угу. О. Я вернулся. И все-таки Хорнет. Или все-таки Хорнет. Все-таки Хорнет. Так, лимонадик сам себя не выпьет. Так, ты за меня против? Не знаю. За тебя. О, ну повезло. Нифига себе, 5. 9 человек онлайн. Первым делом обменялись импульсными генераторами. Да. Подумал, с боя новый инвиз. Оба резко исчез. Ух ты. Неожиданно. Так. А, тебя заморозил, но меня убивают. Блин, нас пятеро. А Immortals играет вообще, нет? Их тоже уже пятеро. Все. У ковер, у совер и совер. Ой, что, то есть подняться? Так, надо спасать положение. Спасать положение. Так, он внизу. Ай. Шпа.
упало, прилетело. Хоба. Хорош. Хоба. Ну, визитку не добила, она броню врубила. Да, молот, конечно, в упор. Бля. Разносит просто. На. На. Не, молот очень хорош. Слишком хорош. Блин. Офигеть, там замес. А я, кстати, на корпус ничего не одел. Точно. Еще не все пресеты настроил. Так, за контрим броню. Как раз никого нету. Так, давай, заманиваю его. У меня тут фокус файер пошел сильный. Помру, помер. Так, он использовал аварийку и аптечку. Запустил просто беленькую визитку в полет. Такой: Ева, Валли ищет тебя уже там где-то. Блин. Ай. А помнишь, еще не так давно? Не так. Блин, недавно, короче. Как смоки повсюду имбовали. Да, да, да. На! Просто одного налево, другого в обрыв, третьего вниз. И это разочарование в жизни. Веселье, конечно, он дает много. Но имба. Ай, блин. Блин, а куда они? Они все, блин, ливнули, ну ё-моё. Шатло. Слушай, уже играли. Я, видимо, буду тоже турели вместе со сбоем. Так, давай перейду тогда за противника. Давай. В принципе, все равно играем. Не на статистику. Обнуление будет. Да и какая разница? Ой, блин, без брони. Во, нормально, 5 на 5. Погнали. Это нам нравится. Такое дело есть. На, 800, мало. 700. Ты ж... Ух ты ж, резко как. Сбой что пытался его уронить на дно туда. Блин, я молод, мне надо не здесь быть. Ой, нет. Нормально, я тебя так хорошенько завинтил.
Завинтил так, что не вывинтить уже. На. На. Вот так вот. Нет, там булочка. Так, ДДшка падает. С разгона у нее. А, я не достаю. Вот так. Так должен. Да, есть. 469. Ой, прости, ночь. Прилипли. Эх, нет, не вывезли. Так, там булочка едет. Хватаем, пока горячая. Ох, он меня чуть не выкинул. Мимо. Оу, полетели. Чпоньк. Вот это тут, конечно, махач. 1300. 800 пойдет. 1300. О, отлично, хилочка. А фриз, кстати, уже не имбует, да? Ну, нет этого бага после смерти. Замедление. Ой, блин, промахнулся. Шесть на шесть, нифига себе, золотые времена. Ну, может быть, я надеюсь, будут и лучше времена. Но... Когда раньше 3-3 играли, то это уже в два раза больше. Давайте я выкинем отсюда. Нет, не выкинем, ладно. Штил, вот так. Джига, ну что ж ты? Надо было подрезать. Блин, факл будет. Фигово. Десятый, куда ты его повез? Ай, блин. Так неудачно тебя добил. Ты как раз поставил его. С бой со мной попытался воевать. Я за тебя. О, даже МВП. Так, бойня нет. Это не наша. Там музыка закончилась. Чипанец было бы прикольно врубить. Ну, вот у... Но она срежет всю аудиодорожку, блин. Она срежет всю аудиодорожку потом. Весь голос на ютубе будет отсутствовать. Черт, я не хочу играть в это. Неужели придется? Интересный баг. Молот. Подсвечен так. А ведь был на этом пресете гром, да? Сменить пушку, гром, а вот здесь он уже не подсвечен, так. Так, что у нас получается? Генератор, ярость, аварийка.
туда аварийку тоже запихнул. То играл без нее. Ну, я как бы предпочел бы что-то иное, но нету. Так, рельса, да? Так, что это мы тут видим? Броньку. Кюрайс, а не хочешь ты полететь? Захотел, молодец. Флажочек. Так, это ж нам надо флаг вести, точно. Металличность прикольная у этой краски. Ну, то есть, да, металличность, по сути дела. Металлнес. Бумс. Бумс. Булочка. Так, хпшечку бы где-нибудь. Да нету ее нигде. Как же швыряет этот ландшафт. Просто капец. Принсяра, нет, не добивай. Блин. Эх, были надежды, что закинет кратер, но не закинуло. Так, хпшку захал, блин, ну убрать бы появление в кратерах уже было бы хоть чуть-чуть лучше. Оу, спасибо. А вот за это не спасибо. Нет. Ладно, 1-0 пока можно и помирать. Archeron the Hero. Или Acheron. Acheron the Hero. Acheron the Hero. Блин, совсем стыдно. Маловато будет. Я не успел увидеть, на чем он. Слушайте, ну тяжесть корпуса прикольно так тебя обратно опускает. Тебя задрало, да? Но ты не начинаешь вот это как на рываве лететь просто кубарем. А тебя обратно заваливает. От тяжести прям это ощущается. Прикольное ощущение на самом-то деле. Ну, импульсный генератор все равно танки фигачат так, как будто они пушинки. Но это уже другое. Так, тем временем нас дофига. И в итоге к флагу уже нифига не проехать. Нужна нитра, нужна нитра. Которую сейчас только что забрали.
Хорошо его подрезал. Эх. Запинали. Пой. Ну, попытка достойная. Я даже доехал немножко до бугра. Перво. Нет, блин. 3-1 вообще паршивый счет, но так как я фокусируюсь на доставке, что у меня тоже не получается, к сожалению. Это простительно. Плотненький огонь. 6 человек — это уже серьезная такая стрельба. Да. В принципе, так как счет 1-0, то можно и туда иметь. Точно, спустя 7 минут я это понял. Блин, словил клюшку. 6-14 уже лучше, чем 3-11. В принципе, то же самое, но просто 3 кило добрали. Блин. Нормально так упануло меня. Стекловато. Ах, я как раз хпшку хотел съесть. Так, вот этого отпускать нельзя. Блин, сожрал просто все хп. На. Так, понеслись, блин, ладно, мне уже спалили. Эх, оно не три, ощущение прям такое хорошее, бодренькое. Шатори, лови клюшку. Бэм. На, выкинул. Шикарно. Дания. Ваше знание. Опа. Не зря же я в CTF играю. На! Блин, а чё Курайс не пробило? Мне казалось, оно должно было по двоим попасть. Так, ну давайте кто-нибудь выезжайте. У меня Эми. Ой, этот импульсный. Готов уже. Да, респы в кратерах — это дичь полнейшая. Пока из него выйдешь, у тебя уже прилетит пара плюх.
О, MVP, нормально. Не ожидал, не ожидал. Так, это нам не очень нравится. Блин, ну, ребят. Да нет. Ах, еще и кино. Я на молоте здесь не буду играть. Игра не дала мне подумать. Ну, точнее, я уже как бы подумал, что я не хочу играть в этом бою, но она меня заставила там играть. Надо хотя бы вот так. Так, а еще внешний вид XT надо поставить поменьше в размерах. Погнали. Точно, можно было еще вулканом побаловаться. Ну ладно. Коллапс. Кто-то новенький. Ух ты. Блин, он тоже успел жрахнуть. 1400 нанес. Но этого недостаточно. Так он там и не должен сносить, в принципе. Это не его дистанция. На шашлычок. Так, ребят, заберите, пожалуйста. КПшки мало, модулей нету. Да, аварийка, конечно, ну, такое дело. Сразу битвы стали медленнее. Я импульсный прожал, но кажется, он не активировался, потому что его не пихнуло. Меня пихнуло, его нет. О, это заявка на возврат. Подставился парень. Подставился. Давай, 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 есть. Ах, нитру сожрал кто-то только что. А, у меня есть нитра, слушайте. Полетели, понеслась. Конечно, желательно было не ехать так, как я ехал. Подставился под прострелы рельс. Но рельс не было. Провтыкали они. Так, броня, дроп контри. Сбой, куда ты поехал? Ты что? Туда нельзя. Это бессмысленно. Это расстрел на месте. Такс, 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 такс. Еще один. А, нет, он туда не поехал. Он поехал на другое место. Так. Чем рельсы не стреляют? Рельсы не стреляют свои. Оп, отпихнули. Прячемся, прячемся, есть. Блин, не успел.
Но. А, он все равно всадил, блин. Анимация не показала, что он выстрелил, но пешка исчезла. А, или это камикадзе был? Слушай, точно, это, наверное, камикадзе был. Камикадзевая ракета. Это как обычная ракета, но камикадзевая. В принципе, все ракеты камикадзевые. Кто смотрел Юрий Профессионал, тот поймет. Кто-то рассказывал, Гангена, по-моему, рассказывал, что Юрий за Профессионал на самом-то деле не Юра, а Денис, кажется. Но когда тебя, сколько, 100 тысяч человек называют Юрой, то там уже не важно, Денис ты или кто, ты будешь все равно Юрой. Ой, блин, он и импульс наезнул, и камикадзе сработало. Убил, но не победил. Назовем это так. Давайте выпихнем. И он меня выпихнул. Там броня есть. Вот это очень интересный перспективный модуль, который у меня стырил. Некто на вулкане. Так, это доставка, видимо. Блин, коллапс, так перезайди просто. Когда вырубать броню? Сейчас, да. О, как отшвырнуло, замечательно. Так, ну я по идее доезжаю. Даже если у меня всадят сейчас выстрел. Аварийка зарешает. Чё меньше, да как обычно народ начинает ливать, если счет уходит в минус. Чай черт, чай черт. Семьдесят один, маловато будет, так надо сейвить парня. Пойдет. Мы походу друг друга впихнули. Блин, как же ты неудачно появился. Нифига себе. Это что было? Сбой тупо всех выкинул. Интересные баги. Безоговорочная победа. Люто. Immortal успел обратно залогиниться. Так, что я вам скажу? Что с камикадзе народ профитнее себя чувствовал, мне кажется. Есть ярость. 16 тысяч. И это, я это все время говорил без микрофона? Да. В общем, а короче, Шафтемба... Я не знал, что ты... Ну вот. Шафтемба, Молотемба,
Вулкан тоже. Вот. Васпу скорость резать. Вот и в целом все. И ну там порешили, да? ТДМ, да, песок, да. Нет. Ладно, я на сегодня все. Спасибо. Угу, давай. Давай, пока. Попробуем. Так, ну что-то я людей, кстати, не вижу. Или они все прям вылетели, что они вернуться не могут. А, нет, вот заходят. Давай, Mortal, спасибо, что зашел. Было весело, когда нас было много. Бодренько, динамично. О, слушайте, в тени прикольно выглядит. Белые такие лампы. А ну-ка, опа, оранженькие. Ну, с белыми интереснее выглядит в тени. У сбоя такая, знаете, стандартизированная версия. Средний корпус и вулкан нормальный тоже. Оп. Оп. Так, там это. Камикадзе, кстати. У ночи. Потому что ХП отнялось. Сахарочек, ВТФ-2. Есть Waterfall, а есть ВТФ-2. На, отлетел. Так, я бы с бою, конечно, отдал бы флаг. Молот. И поехали, молот настолько люто может возвращать флажки. О, ночь, чё так лагаешь? Ай, фейл. Это ошибочка с моей стороны получилась, мимо стрел. Бэмс. 800. Не фул, но нормально. 900. Опять зацепился коллизия пушки. Да, вот если мы поворачиваемся вот так вот, допустим. Ну, нам нужно проехать, допустим, так стрелять, да? Хава? А нельзя, потому что пушка цепляется. Пушки коллизия. Когда не было коллизии пушки, то корпусом можно было впритык ездить к стенкам. А сейчас нужно объезжать. Значит, зацепишься. Оп, зацепился. Башкой. Так. Что происходит вообще? Нагисус. Это кто-то переименовался или это еще один новенький? Давайте выпнем. Прямо в бездну. Мне кажется, или лагать стало? Или это ночь лагает чисто?
Ну да, что подлагивать стало. Хорош. Шикарно полетело просто. Полетело, блин. Я все, ну, не могу я так, когда ночь. Когда слово ночь, сразу ассоциация, ну, с девушкой. Мрачная ночь. Не знаю, блин, неудобно так говорить. Мрачная ночь, злачная ночь. Какой-то сбой, да, возможно. Оп. Хорошее физвоздействие молота. Задрал просто нафиг. Сбой есть, но не критичный. Ну, кроме того, что все вылетели. Так, тогда им нет, блин. Да, ну ладно. Сейчас. Так, а у меня тут Хантер Огром должен был быть. Нет? Непорядок. Амин пока еще нет, по-моему, да? Ой, нет, фу. Давайте что-то другое, ребят. Нет. Не хочу, блин. Ладно, так и быть. Надо не разнообразие из хреновых карт, надо просто нормальные карты вводить. Думаю, если сбой научится. Ну, нормальные в плане геометрии, я имею в виду. Ребят. Написать-то может все что угодно, импортировать файлики. Главное, чтобы оно игралось хорошо, комфортно. Интересно. Привет. Наггетс. Макнаггетс. Эх, внутри не хватает. Диктатор. Бэмс. Какие-то у него желтые лампочки. Давайте его пихнем. Мимо. Блин, он меня камикадзе добил. Камикадзеевый сбой.
Нет. С флагами проблем я не видел. Ай, не успел. Спешил. Так, а куда это мы поехали? Я вам запрещаю. Опа. Оп, по двоим. Вот так вот вводить радары. Потом тебя палят. Да, кайф. Это вам не ревайв, где сквозь тебя проклипаются. Но он поедет. В ревайве он бы просто насквозь меня проехал бы. И пофиг ему было бы, что у меня тяжелый корпус вообще-то. Я бронированный. А он нифига не колоссальный. Блин. Ну да, почему-то оно вернулось. Это вроде не должно было. Тоже как бы хп немного на ваншот. Пам-пам-пам-пам-пам. Кто это у нас тут печатает вместо того, чтобы играть? Какой-то баг, что он, когда убивают тебя, флаг сам возвращается. По-моему, у пандуса от флага металличности добавилось. Бэмс. Ну да. Если ты умираешь, то флаг сразу возвращается на базу. Причем еще недавно этого бага не было. На тишке его не было. Бэмс. Подрезал. Ну то есть там либо грязь была какая-то, либо я не знаю, просто такой сверх
привлекательности, я даже не знаю, как это обозвать. Яркости. Не было у них, по-моему. Такое чувство, что, возможно, карту шероховатости Roughness отрезал случайно, линк, связь отцепил. То есть, когда оно вот такое зеркальное, это обычно, когда шероховатости нету. То есть, металличность осталась, а шероховатость убрали. По крайней мере, такой эффект был бы в Substance Painter, если бы рисовать текстуры. Провалился. Так, верни свой флаг. Ага. Угу. Такое чувство, как будто он знал, что я знаю, куда ехать. Спасибо, что пропускаешь. Да блин, туда-сюда пинают. Один вниз, другой снизу вверх. Ах, он не умер. Я в него дважды стрелял. Хилка, наверное. Ай, черт, не будет ничей. Поражение. О, вот это нормально. Это лайк, где там мой викинговулкан? Ну тут все так и оставим. Ай, больно. Сахарочек вмешивается там, мешает. Так, ну, хотелось бы 2 на 2. О, отлично.
Так, надеюсь, кто-то подберет. Кто-то подберет, но не наш. Блин, неприятно. Я успел. Левелап у парня. Так, ну у него там броня. О, убил. Эх, булочка, булочка, что ж она воротила. А, нормально, там ночью вернула. Открываем как можем. Так, давайте мид проверим. Черт. Погнали. Правда, хилки нету. Я не успел взять, там кто-то ехал вроде из наших. Так, я моментально загорелся. Судьба. Так, ну вот сейчас, думаю, вполне возможно. Выпихнем его. Рубаем броню. 9 секунд, ну как раз для того, чтобы выехать и заехать. Но вот не рассчитан я на то, что я буду сражаться сразу с двумя. Он промахнулся. Нормально. Даже аварийка не потребовалась. Бэмс, отпихнули. Ай, писался. Да, ну тут уже ничего не сделаешь особо. Ну, вернули, отлично. Уже хорошо. Хилочки нету, жалко. Ой, подперла булочка.
горячая, сдобная. Блин, вот не до тебя, там наш флажочек пытаются вывести. Есть. Что, думаю, у него мало ФП. А у него как-то его многовато оказалось. Да, такой быстрый. Оп, давайте еще один. Сейчас оформим. Капруха такая. На 533 пойдет. Нет, ночь. Это зря сделано. Я бы сейчас вывез. Я уверен в этом. Броня не тра, я бы вывез. Так, придется ехать обратно. На броне не 3. Да, он приедет. Нормальный фриз, что он нагоняет? Шикарный вообще. Я отпугнул как мог. Ром. Отлично. Хорошо забайтили его. Я бы умер. Я так наги здесь подобрал. Есть еще. Ну, у меня тоже не очень много. Он там слева едет. Ай, ну, ожидаемо. Ну, неплохо. Грома 40 хп не хватает урона. Да. Не может хори быть. Хорнета 1900. Рельса убивает Хорнет с двух выстрелов. Рельсу как раз подогнали под это и поставили 952 урона, чтобы она точно добила Хорнет со второго выстрела. Потому что раньше могло бы выпасть 949 урона. И тогда Хорнет не умирался в двух выстрелах рельса. А Гром Хорнет обычно убивался 3 выстрела.
один выстрел снимает там 30%, еще 30%, и третий добивает. А сейчас, получается, гром снимает 600. Блин, где там хорь? Вот он хорь. 600, второй выстрел 600, третий выстрел 1800, и 100 хп у Харнет остается. И куда? А у грома так-то КД довольно приличный. Ну, в общем, гром немного не в балансе. Но это я так в целом говорю. Потому что на громе я играл наибольшее количество времени в танках X. В ТО, конечно, там на рельсе больше всего было на экран, но в танках X на громе. Вот такие вот пироги. Так, на этом я сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. И до скорых, и новых встреч. Пока.